Ну что ж, дорогие друзья, это очередное выживание игры под названием The Abandoned. Так, ребята, в предыдущей серии мы остановились тут. Был очень такой вот ужасный эпик. На нас напал зомби ночью, ребята, ночью. Можете посмотреть предыдущую серию. Так, ребята, давайте дальше лутать, выживать, осматриваться. Так, подожди, что это было-то? Ух, нифига себе. Да ну нафиг. Я залез сюда. Да как так-то? Так, это, наверное, баг текстуры. Эй! Не говори то, что я застрял. Не-не-не-не-не-не. Я не должен застрять сейчас. Сейчас это не вариант. Так. Ай, блин, электричества нет. Ай-яй-яй-яй. Стой, 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 стой. Хватит. Хватит. Так, ура. Давайте ягоду покушаем. Еще немного. И еще немного. Плюс мораль, плюс сырость, что ли. Да. Блин, что за место, блин. Так, давайте пойдем дальше. Да, смотрите. В предыдущей серии нам что дали? Мы можем сделать дубину. Круто вообще. Нам дали гвозди. Вот. Да. Гвозди нам дали. И мы можем сделать дубину из гвоздь. Так, давайте возьмем что-нибудь. К примеру, топор. Очень пригодится. Давайте немного осмотрим местность. Так-то суть этой игры, надо найти выход домой. А мы немного сейчас походим. Фу, это что? Бяка? What the fuck? Что было? Наверное, какая-то зона. Ну да ладно. Так, что с ягодами? Я не понимаю. Почему они не исчезают? Нет. Блин, ребята, они исчезли. Вот это печаль. Ну да ладно, мы сейчас порубим немного деревьев, так как нам нужно будет. Ух ты. Так, листья, так, палки, кора. Смотрите, сколько камней. Ну, в принципе, камни пока нам не нужны. Я предлагаю сейчас побольше порубить деревьев. Так, больших деревьев, да. Что-то, блин, все маленькие. Вот, вот, вот. Вот это вот самое то. Так, давай. И раз. Ух, черт. Так, быстрее руби. Быстрее. Сразу два дерева? Ай! Что ты, блин? What? Я убил его так быстро? С одного удара? Ты серьезно? Офигеть. Я сам в шоке, ребята. Это первый раз в жизни так я быстро убил зомби. Так, 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 так. Давай немного еще. Блин, вот топор, вот это такая вещь классная, блин. Вообще круто, мне нравится. Все можно делать. Даже и убивать зомби, и деревья рубить. Да, супер. Так, собираем. Так, места нет, говоришь? Блин. Печально. А это поднять можешь? Блин, у меня перегрузился сундук. Ой, сундук, говорю. Я уже переиграл Майнкрафт, уже сундук, говорю, этот. Рюкзак, инвентарь. Так. А что мы можем сделать? Пояс. Отлично. У нас есть банка. Мазь. Чтобы лечиться, да? Так, что у нас еще есть? Давайте факел поставим. Да, вот.
Потом что у нас есть? Гвозди, да? Там всякая фигня. Оружие, палки. Да ладно, пока мне там ничего не нужно. Значит что, можно тут устроиться? В принципе. У нас пока что деревья есть. Мы можем какое-нибудь сооружение построить? Такое занятное, большое. Так, ловушка. Давай-ка построим себе хижину, наверное. Да, вот она, хижина. Давай строить. Сейчас мы построим хижину. У нас с инвентаря все уйдет. Так. Давай, 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 давай. Отлично. Ух ты, блин, уже темнеет. Офигеть, так быстро. Капец. Так, перегруз, смотрите, даже когда перегруз, ребята, он начинает медленно ходить. Это так прикольно. Ага, хранилище. Давай сделаем хранилище. Потому что будем хранить вещи, как бы, чтобы места не занимало много. Так, сейчас уже ночь. Блин. Так, ускорение, да, идет? Отлично. Так, ребята, ночь. Фух, так, подождите, давайте костер поставим. А, костер, так, труд сделаем. А, нет, 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 нет. Желательно костер. Да, костер, 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 по-любому. Костерчик сделаем и зажгем. Вот, отлично, отлично. Так, как отменить это? Вот, отмена. Так, ребята, смотрите, вообще ничего не видно. Может, вам что-то видно, но мне вообще ничего не видно. Какой-то туман настал или что? Так, подождите. Так, мы можем подкинуть. Подкинуть уголь. Отлично, давай подкинем, чтобы минут 5 было. Так, у нас перегруз. Давайте положим вещи. Так, что мы можем положить? Бревна, может, нет? Там что-нибудь еще. Так, ресурсы, артефакты. Давайте бревна положим. Потом, что мы можем положить? Вот такой вот очень тяжелые вещи надо положить, чтобы без никаких претензий можно было уже дальше строить. Так, давайте это положим. Палку положим. Нет, палки немного не нужны они. Так, половину положим. Гриб зачем нам? Кора. Ух, блин, сколько коры, а? Положи все. Так, железо, листья. О, листья надо положить. Вообще бессмысленно. Так, труд, зола. Давайте золу положим. Ух, да, отлично. Мы положили все. Так, смотрите, мы уже отлично тут построились. Так, дротик. А мы можем создать дротик. Интересно. Так, потом что мы можем сделать? Костер. Дротик мы можем пожарить. Так. Отлично. Так, что мы можем еще построить? А, смотрите. Укрытие, чтобы... Так, подождите. Так, что были бревна, блин. Вот. Собери-ка немножко. Угу. Тут был камень, ребята. Тут был камень. Давайте заберем. А, нет, у нас камень, все правильно. У нас камень. Давайте. Так, улучшим. Улучшим свое строение. Так, создадим получше. Так. Хотя, почему я не могу сделать, интересно? Ну, мне, блин, не хватает. А, мне не хватает, да? Ладно, давайте спать. Да, давайте поспим. Ух ты! Ура! Я смог прожить один день. И сумел в это время следующее. Так, ну это
Так, подсказка. Следующий день. Да, вот, мы прожили еще один... О, птица. А, мы прожили еще один день. Выживалки The Abandoned. Да, что, чего мы добились? Так, костер наш исчез, да? Поставили хижину и... Этот, хранилище. Отлично. Тут камни есть, в следующей серии буду еще больше добывать. Больше строить. Очень различные можно тут строить. Очень много. Даже, кстати, я вам хочу сказать, очень много. Тут все закрыто, смотрите. Очаг. Потом коптильная. Коптить даже можно, офигеть. Круто. Всякие различные оружия. Так, давайте на этом закончим серию. Нам только один зомби попался. Так, тут никого нету. Ну, машина. Я машины вижу, ребята. Давайте побежим. Ух ты. Эй, залезь. Кого-то машина. Интересно, кого? Какая-то старая машина тут. Так, вот так вот, ребята. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайки, комментируйте, мне будет очень приятно. Я буду продолжать дальше выживать. Вот в этом отличном апокалипсическом мире. И, конечно же, комментируем, ребята. Ставим отзывы. Так что, ребята, всего хорошего вам. Всем пока.